Так, сейчас у нас задача поменять имя сервера. Так, вначале нам нужно посмотреть имя нашего сервера и потом его изменить. А чтобы, значит, посмотреть имя сервера, надо вписать команду hostname CTL. Так, мы видим, что имя сервера localhost, local domain. Так, значит, мы сейчас поменяем имя сервер на example01.us. Вот hostname CTL, set hostname, example01.us, static. Подтверждаем. Проверяем опять командой hostname CTL. Видим, что у нас сейчас hostname это example01. Так. Далее нам нужно в папке на нашем компьютере, где мы будем просматривать наш локальный сайт, поменять в etc файле Windows, то есть на диске C, Windows. Далее находим System32. Далее находим папку Driver. Папку etc, hostname, edit. И тут мы добавляем наш IP-адрес сервера. Так, и название нашего сервера будет example01.us. Далее сохраняем. Проверяем еще раз. Закрываем наш текстовый редактор. И сейчас вместо IP-адреса вводим имя нашего сервера. example01.us. Проверяем. Открывается та же самая страница. Тестинг 1, 2, 3. Значит, по имени наш сервер уже работает. Итак, после этого мы должны настроить httpd.conf для настройки Apache. Значит, он находится у нас в etc. Так, подключимся заново. Укажем здесь 20-й. IP-шник. Так, переключились заново, подключились. etc. Так, далее. httpd. Далее. conf.d. Точнее, не conf.d, а conf. И здесь httpd.conf файл. Его копируем на рабочий стол. Далее. Открываем наш файл текстовым редактором. Далее находим строчку control who can get stuff from this server. И после директори надо вписать наши настройки. Так, наши настройки будут значит вот virtualhost, название нашего домена example01, сервер админ, вводится email адрес, путь, где будет находиться все файлы этого сайта. Var www.example01, что он будет работать на 80-м порту. Все значит, ошибки будут записываться
в example error logs, и custom логи тоже будут записываться по этому пути. Сохраняем. И перебрасываем наш настроечный файл http.conf на сервер. Так, после этого нам нужно создать нашу папку. То есть по этому пути var 3w example 01. Так, для этого, значит, мы перейдем в директиву 3w и тут создадим, значит, example 01. Это makedir example 01. Итак, после этого мы можем перейти при помощи FTP клиента в директорию 3w, вот оно, и посмотреть, создался ли каталог example 01. Вот он у нас есть. Сюда мы можем забросить наш, к примеру, HTML файл. В данное время он у меня есть. Вот. Index.html. Обычный HTML файл. Сейчас мы его забросим на сервер. Так. И теперь сделаем основные настройки. Значит, запустим конфиг тест. Сервис httpd конфиг тест. Синтактических ошибок нет. Далее перезагрузим наш httpd. И запустим его. Теперь можно проверить наш сайт, проверить, работает ли он или нет. Пишем опять, значит, example 01s, вводим Enter и видим, что наш HTML файл, который мы поставили в директории example 01, превосходно работает, проблем нет.